Всеукраинская ассоциация консультантов по управлению – общественная некоммерческая организация, созданная для развития профессионального рынка консультирования и влияния на предпринимательскую среду, развития социально ответственного, цивилизованного, прогрессивного рынка. В рамках нашей миссионной задачи ассоциация взялась сформировать школу консультантов по управлению. Каждый год мы приглашаем кого-то из лучших, тех, кто влияет на формирование профессии, предлагая новые и работающие инструменты для организации. В этом году Аркадий Ильич Пригожин поделится с нами своим опытом и технологиями консультирования по очень важному для любой организации вопросу ее целей и ценностей. По итогам интенсивной двухдневной работы в присутствии консультантов и представителей руководителей организации мы получили такие отзывы. Любого собственника и руководителя интересует вопрос, какой должна быть его организация, какое качество должно быть этой организации для того, чтобы она была в долгосрочной перспективе успешной, эффективной и рентабельной. Когда мы говорим о долгосрочной перспективе, о долгосрочных целях, то управление компанией в этом случае должно быть построено на принципах управления по ценностям. Это самый высокий уровень управления, это тонкая настройка организации, работа с тонкими материями, но в то же время это сложно реализуемый метод управления. Он требует того, чтобы ценности, декларируемые компанией, были транслированы и закреплены в нормах поведения каждого сотрудника. И именно это вызывает, как правило, много сложностей в реализации. Очень часто, когда мы смотрим идеологию и кодекс поведения, то мы обращаем внимание на то, что они представляют собой лозунги, свод деклараций, которые слабо разделяются всеми сотрудниками компании. И эти документы не становятся действенным инструментом управления. Аркадий Ильич Пригожин разработал продуманную, очень глубокую методику, системный инструмент для работы с целями и ценностями. Этот инструмент представляет собой набор правил, с помощью которых можно выделить самые существенные для компании ценности, которые ей нужно развивать и закреплять в поведении сотрудников для достижения компании долгосрочных стратегических целей. Это очень важно для качественного целеполагания, еще более важно для качественного целедостижения. В течение двух дней практикума «Новые методы работы с целями и ценностями» мы детально изучали, как работать с этими методиками работы с целями и ценностями. И в настоящий момент я очень рада, что в моем арсенале инструментов консультантов по управлению появился новый, очень эффективный, очень глубокий, системный инструмент по работе с компаниями, по разработке ценностей и разработке целей. И я уверена, что в самое ближайшее время, когда я буду работать с компаниями по их целеполаганию, применение этого инструмента позволит компаниям выйти на более высокий уровень управления и реализовать у себя систему управления по ценностям. Огромное спасибо Аркадию Ильичу Пригожину за разработанную методику и инструментарий и за проведенный практикум. Хочу высказать несколько позитивных и очень положительных слов по поводу прошедшего за эти два дня семинара с Аркадием Пригожиным. Первое, что хочу отметить, это колоссальная инструментальность со всего семинара, поскольку даже самые сложные, плохо объяснимые, достаточно философские категории подавались в форме системных элементов, структурированных и абсолютно понятных для рационального прочтения и применения в компании. Этим
мало кто может похвастаться в мире подобного рода инструментарием для применения управленческой практики. Чрезвычайно важным для себя считаю и чрезвычайно полезным сам способ мышления, каким передавался материал и как воспринимается вся организация в целом. Она позволяет формировать некую глобальную структуру в своем сознании, то, как понимается наш современный бизнес, и очень легко его применять сейчас на практике. Что, собственно говоря, через несколько дней я начну делать непосредственно со своими клиентами. Обязательно. Ну и большое спасибо хочется выразить организаторам этого мероприятия, да, руководителям Ассоциации управленческих консультантов Украины. Отдельное вам за это спасибо. Ценности – наша любимая тема. Мы с ней сталкиваемся в совершенно разных разрезах. И подбирая топ-менеджмент компании, и обучая и развивая сотрудников, готовя кадровые резервы. Сегодня мне было очень приятно услышать, что многие наши практики, которые мы используем много лет, находят свое подтверждение у таких мэтров, как Пригожин. Многие инструменты, о которых он говорил, мы используем интуитивно, и за счет этого не всегда уверены. Мне кажется, тот опыт, которым поделился Аркадий Ильич сегодня с нами, он поможет многим из нас делать ту работу, которую мы делаем, более осознанно и приводить клиента к тем результатам, которых он, возможно, даже не ожидает. Крайне важно получить инструментарий, который помогает соединить такие вещи, как цели, как ценности и цели воедино, и добиться простых полевых результатов. Вот этот переход от чего-то незыблемого, такого как миссия и ценности, к реальным результатам в полевой работе, очень важны для наших клиентов. За это огромное спасибо организаторам и, конечно, Аркадию Ильичу. Спасибо. Аркадий Ильич Пригожин, ну, это живая легенда на самом деле. Сегодня и вчера такие два уникальных дня, когда есть возможность прикоснуться к огромному консультационному опыту, мудрости, особенно вот в таких темах, как работа с целями и с ценностями. С целями постоянно работаю с точки зрения тех сфер, которые обозначила, и это очень хорошая, емкая тема, особенно для сегодняшнего рынка и наших клиентов, особенно с точки зрения достижения и правильных методик формулирования. А вот ценности – это вот настолько тончайшая энергия и материя, с которой приятно и интересно работать. И, наверное, для многих сегодня еще на рынке она в чем-то уникальная, потому что действительно с ней не просто работать, но это эффективное очень поле, опять же, для реализации целей. И приятно посмотреть было на новые методы, новые акценты, которые существенно пополняют практический багаж, который работает, и дают возможность в чем-то по-новому открыть больше перспектив и эффективности для клиентов. Спасибо за это время. Меня зовут Надежда Капониса, я консультант по управлению, и я хочу сказать огромное спасибо нашей организации за то, что она сделала возможным вот такую встречу с Пригожиным, с Аркадием Пригожиным, потому что Пригожин в оргконсультировании – это человек-легенда. То есть мало того, что он человек-легенда, это море интеллекта, это артистизм, это великолепная, красивая, правильная речь, это артистическое поведение. Это я уже не говорю о наполненности всего того, что происходило эти два дня. И, конечно, огромное спасибо Пригожину за то, что он нам помог еще, помодерировал нашу встречу, наш разговор про наше наболевшее, про Украину. Вот. Аркадий Пригожин, спасибо вам большое, спасибо. Я вам хотелось погромать лишним впечатлением того, насколько системно, точно и целостно можно работать с ценностями компании, с целями и ценностями компании. А ценности – это не лозунги, это не речи, да, того, чего мы хотим. Это каждодневная, постоянная, очень тщательная работа. Для того, чтобы эта работа носила дополнительную выгоду компании, да, и являлась таким нематериальным активом, необходимо, чтобы каждый собственник осознавал и понимал, для чего это ему нужно, что это дает ему бизнесу, его бизнесу, и каким образом через ценности он может повышать доходность бизнеса, развивать его, делать его более адаптивным, гибким и конкурентоспособным на рынке. Рекомендую заниматься этим осознанно, рекомендую заниматься этим использованием точно и качественных методик, которые давал нам уважаемый Аркадий Ильич. И обращайтесь к результатам управления, делайте это с первого раза грамотно и безошибочно.